22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.